Добропорядочная певица Инна Маликова шокировала своим новым образом. В новом клипе певица снялась довольно в откровенном виде. Этой весной коллективу «Новые самоцветы» исполняется 10 лет. В честь этого события артисты приступили к съемкам нового клипа. Инна Маликова решила показать свою идеальную фигуру, надев суперкороткое платье. По словам певицы, ее безупречную репутацию ничем не испортить. Поэтому я считаю, что у меня вполне приличная фигура пока, и я могу себе позволить, тем более у меня такая репутация безупречная, что даже можно ее чуточку немножечко подпортить. Хотя мою репутацию, наверное, уже навряд ли. Мне нужно голой нужно развлечься на этих ступеньках, чтобы ее хоть что-нибудь испортило. Так что я не боюсь, честно говоря, уже ничего. И как бы по большому счету, безусловно, мне важно мнение, но я человек умный и все-таки контролирую и не допущу никаких пошлостей. Поэтому если я себе и позволяю это, ну, почему бы и нет.